Ребятки, всем привет! Хочу вам показать, что творится у нас сейчас в столовой. Это у нас как бы столовая такая, или как ее назвать? Комната для приема пищи. У нас вот здесь маленькая кухонка, где я готовлю. А здесь мы кушаем. Здесь у нас стол стоит, стулья, и мы ее будем перекрашивать. Видите? Вот это я уже покрасила, плинтуса это я красила белым цветом. И вот такой у нас еще идет, ну как его назвать, тоже плинтус, не, не плинтус, не знаю, ребят, как вот такая вот отделка. Но муж ее уже заклеил, я ее тоже покрасила белым цветом. Она у нас будет белая, а стены будут серые. Ну то есть он ее заклеил, чтобы теперь красить все это основным серым цветом. Вот такой цвет выбрали. С первого раза он нам обоим понравился, потому что цвет в прихожую мы выбирали, наверное, 3 раза меняли краску. Так что вот такая у нас будет эта комнатка серая. Эту полку очень тяжело снимать, так что мы ее просто заклеили, ну так вокруг покрасим все. Ремонт у нас продолжается, хоть я и говорила, что поставлю ремонт на паузу, но муж хочет скорее все это закончить. А я тем временем продолжаю собирать чемоданы. До нашего путешествия осталось 6 дней. Ну, как я уже говорила в прошлом своем видео, хочу собрать чемоданы заранее, чтобы на последний день ничего не оставлять. Последний день только пойду приводить себя в порядок, наводить красоту. Маникюр, педикюр, волосы, брови и так далее. Так, что у меня здесь уже собрано? Это у нас подарочки. Я вам уже показывала. Это для моего мужа родителей подарки. Это папе шортики и рубашка. И маме юбка и блузка. Мамочка, ну и папа, и мама у моего мужа очень религиозные, так что мама ходит только в юбках, брюки не носит, и блузки носит только с длинным рукавом. Так, дальше, вот такие вот у меня чашки, это мы тоже в подарок везем. Смотрите, мама и папа, мама Бер и папа Бер. Прикольные такие чашечки, отвезем тоже им в подарок. И вот это тоже подарочки, это Victoria's Secret духи для мамы. И кошелечек, вот такой вот у меня кошелечек был. Но это, если честно, ребят, не покупала я, кто-то мне дарил, но я им не пользуюсь. Так что решила его передарить. Fossil, это очень хорошая фирма, кожаный кошелечек. Вот такой коричневый, так что полетит кошелек в Доминикану. Мамочке в подарок. Смотрите, цена какая, $75. Хороший подарок, я считаю. Так, это уже поскладывала мужа шорты купальные. У нас вообще-то в Америке никто не купается в таких, знаете, плавках коротких. В основном мужчины, ну и муж у меня тоже, только вот в таких вот удлиненных шортиках купаются. Видите, опять говорила, ничего не будем брать лишнего, много не будем набирать. Посмотрите, сколько пар. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, в принципе, мы на неделю едем, на каждый день нормально. 6 шортиков и полотенца взяла. Одно взяла. Ребят, мне кажется, в отеле 5 звезд, но точно должны быть полотенца пляжные. Но мы будем ехать на остров Саона, и туда, наверное, придется взять свое полотенце. Ребят, еще раз всем привет! Чемодан буду продолжать собирать вечером, а сейчас иду по своим делам, которых у меня сегодня очень много. Так, во-первых, иду на шугаринг. Ну, девочки знают, что это такое, а мальчики, наверное, не знают. Во-вторых, сегодня, ну, в этом же салоне буду делать брови. Что делаю с бровями? Просто крашу, какая-то там специальная краска. Женщина, которая эти все процедуры мне делает, она индуска из Индии. Ну, индуски, они любят красить брови, так что просто крашу брови, и она мне делает форму. Я один раз думала, никогда не делала набивные брови, один раз думала сделать набивные брови, но мой муж очень этого всего не любит. Он когда-то увидел, даже не помню, давно уже на какой-то женщине увидел
набивные брови или там где-то в Инстаграме, говорит, никогда этого не делай, мне это очень не нравится. Но у меня неплохая форма бровей. Посмотрите сегодня, как они немножко изменятся после покраски и после того, как им придадут еще более хорошую форму. А после этого, ребят, мне нужно будет забежать в пару магазинов. Первый магазин — это Marshalls. Муж попросил у меня купить ему коротенькие, тоненькие носки. И второй магазин, он там рядом находится. Я туда частенько захожу, потому что иногда можно найти там хорошие вещи. Там и косметика, и вещи. В общем-то, магазин, в который свозят не распродавшийся товар или не распродавшийся, или там, знаете, вот вещи, когда выходят там из сезона, ну, меняют вещи на сезон и привозят туда вещи из классных, дорогих брендовских магазинов. Посмотрите, какое оторвало себе там пальтишко. Пальто классное. Вообще у меня в последнее время, давно у меня уже не было пальто. Посмотрите, какое пальтишко классное. Оно на мне так классно сидит. Ну, это уже на осень, на зиму. Но смотрите, смотрите, какая проблема. Кстати, купила его вообще за смешную цену, $50. Но это брендовское классное пальто. И видите, вот эта вот штучка. Ребят, скажите мне, как она называется? У нас она называется Alarm. И ее забыли снять. Мне кажется, что вот эта штучка из самого вот этого вот первого магазина, она там осталась, потому что я же вышла с ним через дверь. Мне кажется, там вторая вот эта штучка была, которую сняли из их магазина, а это осталось. Я уже пришла домой, увидела, что эта штучка осталась на пальто. В общем-то, нужно будет забежать в этот магазин. Хорошо, что я сохранила чек из него, и снять вот эту вот штучку. Сейчас померяю пальто, посмотрите, как классно оно на мне сидит. Ребят, конечно, не обращайте внимания на одежду, которая у меня под этим пальто, но вот так вот на мне смотрится это пальтишко с сапожками. Осенью, зимой будет очень классно. Классное пальто, мне так оно понравилось, но надеюсь, вот эту штучку они смогут снять. Все, поехали. Давайте посмотрим, что у нас на улице сегодня. На улице пасмурно, но жарко, даже я бы сказала, душно. А я, ребята, чапаю в свой салон. Находится он недалеко от нашего дома. Кстати, вчера муж мой разговаривал со своей мамочкой, и мама говорит, что в Доминикане льют дожди. Каждый день льют дожди. Нас это, безусловно, не очень радует, но надеемся, что за эту неделю они уже все выльются, и когда мы будем в Доминикане, то будет хорошая погода. Ну, вы представляете, ребят, пришла в свой салон, а он закрыт. Видите, железная дверь опущена. Я совсем забыла, у нас сегодня праздник, у нас сегодня день труда. И поэтому она, наверное, вообще она работает каждый день, 7 дней в неделю, но сегодня она закрыта. Придется мне в другой день приходить. Я уже в райончике, где все мои любимые магазины. Вот этот магазин, про который я вам говорила, где пальто покупала. Но сначала зайду, что-нибудь перекушу. Я сегодня еще ничего не ела. Иду в свою любимую кафешку. Там очень вкусные продаются булочки, сэндвичи. Мой любимый там айс-ти у них есть, холодный чай. Ну куда ты на мотоцикле по прохожей части едешь? Все, иду, ребята, на перекус. Подкрепилась я, такой вкусный сэндвич был. Теперь можно погулять и по магазинам. Иду в свой любимый Marshalls, вот он. Посмотрим, что там интересного есть. Знаете, что хочу здесь посмотреть? У меня муж хочет вот такую вот рубашку, но только желтую. Ну вот в дорогу взять с собой, знаете, в самолете всегда так холодно. Вот давно хочет себе желтую, но желтых не вижу. Вот такой вот цвет, желтых не вижу.
вот это неплохая. Не знаю, понравится ему, не понравится. Она большая, extra large. Ну вот нет такого цвета, который он хочет. Вот красная есть. Вот есть такая, но не его размер, S-ка. Ему нужна L-ка. Ну вот красная есть, мы ее, наверное, и возьмем, если сегодня ничего не найду. Показываю вам, ребята, что выбрала в Marshalls. Значит, вот такую вот рубашку мужу. Она не желтая, но он хотел совсем желтую. Она не желтая, но все, что нашла. Не знаю, если не понравится, привезу, верну. У нас без проблем можно вернуть деньги. Значит, Lucky Brand, это хорошая фирма. $30 стоит. Мягенькая такая, надеюсь, ему понравится. Так, что еще нашла? Нашла вот такой вот парфюм. Это мой папе, моего мужа папочке в подарок. Смотрите, всего $12.99, $13. Хороший запах. У меня у мужа такой был парфюм когда-то. Мне нравится этот запах. Надеюсь, папе тоже понравится. Но, к сожалению, без коробки. Ну, ничего страшного. А то мы как-то маме очень много подарков везем, а папе совсем мало. И еще, ребят, вот такие вот носки мужу нашла. Коротенькие, тоненькие, такие, как он хотел. $10 за 10 пар. По доллару за пару это очень даже неплохо. У нас обычно такая очередь в этом магазине сегодня. Ну, совсем маленькая. Вот видите, там только люди стоят. Так что быстренько заплачу и поеду домой. Стою в очереди, увидела вот такие вот полотенечки с тыквочками. Осень приближается, так что возьму еще мамочке в подарок такие кухонные полотенца. Два полотенца стоят $7.